Рома, как себя чувствуешь после кубкового матча? Великолепно, все отлично. Настроение хорошее, продолжаем работать. Как готовишься к Брестскому Динамо? Как настраиваешься на игру? Ну, в обычном, как бы обычный тренировочный процесс, ничего не меняем. Так, все как всегда. Насколько для тебя это непростая команда? Кого выделяешь, может быть, из Брестского Динамо? Ну, Динамо Брест такая бойцовская команда, хорошо единоборство держит. Ну, выделил бы Сидько, наверное, хорошее. Один в один хорошее качество у него повыше. Очень нестабильная команда, могут, вон, например, БТ обыграть 2-0 и проиграть Неману. Что вообще ждешь от матча с Брестским Динамо? Ну, наши матчи с Брестским Динамо все время бывают, ну, бывают интересные, много борьбы, эмоций. Думаю, этот матч не будет отличаться от остальных. Немного грустная статистика, уже 4 матча не можем одержать победу в матчах с Динамо-Брестом. Как ты думаешь, с чем это может быть связано? Ну, не знаю, ну, это уже совсем другая команда, тут по статистике тоже не надо смотреть. Там другие игроки, здесь тоже другие, поэтому я думаю, что будет совсем другая, ну, совсем по-другому игра будет строиться. Пропускают из-за перебора желтых карточек у нас несколько игроков этот важный матч. Как можно сказать, это на составе, на тактике команды, если не секрет? Ну, игроки, конечно, можно сказать, лидеры команды пропускают, но у нас тоже есть хорошие замены для них, поэтому я думаю, что не должно быть проблем. Какой у тебя самый запоминающийся, вот для тебя какой самый запоминающийся матч с Брестским Динамо? Наверное, в Бресте, когда мы выиграли 2-1 в 2019 году, там много и болельщиков было, и такая атмосфера была хорошая, и выиграли. Поэтому, наверное, этот матч вспомню тогда, и Брест, по-моему, только нам проиграл за сезон. Как вообще тебе Брестская Динамо в этом году по составу, по играм, по результатам? Как тебе команда? Хорошая команда. В первом круге тоже такая непростая игра была с ними. И, ну, считаю, могли там выиграть, но, к сожалению, ничья. Поэтому постараемся дома одержать победу. У Бреста непростой календарь. Недавно закончилась Лига Конференции, плюс напряженный матч с Рухом. Как ты думаешь, может, это как-то скажется тоже и на их усталость? Да, я думаю, нет. Это нормально. Это там не то, что они играли. Это, ну, в футболе нормально. 3-4 там игры. И поэтому я думаю, что на это тоже скидку нельзя делать.